Гранаты, мины и даже авиабомба – все это изъяли оперативники МВД и ФСБ. Они пресекли деятельность группировки, которая торговала боеприпасами сразу в нескольких регионах Центральной России. Количество снарядов и их разнообразие удивило даже опытных следователей. В оборудованных схронах обнаружено большое количество различного оружия и боеприпасов. Среди них авиационная бомба, 15 осколочно-фугасных снарядов, 8 килограмм тротила, 4 килограмма пороха и около 10 тысяч боеприпасов различного калибра. Помимо этого, у злоумышленников было обнаружено 17 тюбиков с сильно действующим психотропным веществом. Заведены 3 уголовных дела, решается вопрос о возбуждении еще 4. Подозреваемые, считают в полиции, не только сбывали готовые боеприпасы, но и собирали бомбы. Самодельное взрывное устройство нашли при обыске у одного из задержанных. Оперативники решили уничтожить его на месте.